Михаил, я умираю. Нет, нет, все будет хорошо. Сейчас Шахзада родится. Скоро уже. Потерпи, потерпи. Повитуха где? Скоро она придет. Просто не тряпки чистые готовьте. Вот, вот. Видишь, она пришла. Дыши, дыши. Несите сюда тряпки. Пусть будут наготове. Закройте дверь, а то еще кто-нибудь войдет. Давай еще немножко. Давай. Сынок мой, спаси меня. Дыши глубже. Кюрен, тебе нужен воздух. Тряп, не кричи так. Дыши. Делай, как говорят. Дыши. Никак. Дыши, дыши. На, на, кусай. Ну, родился Шахзаде. Выходит. Ничего, Кюрем-Хатун выйдет. Должен выйти. Видишь, не хочет. Шахзаде уже идет, идет. Дыши, чтобы не навредить малышу. Тушься. Ну, все, все, осталось немножко. Он родится. Давай. Мой сын родится, да? Тушься. Он родится, да? Да, непременно. Еще, еще. Ну, давай. Еще чуть-чуть. Ну. Очнись, очнись. Кюрем-Хатун, не теряй сознание. Последние усилия. Давай, давай. Ну же, ну. Сейчас. Сейчас. Тушься. Еще, еще. Ты что? Кюрем. Кюрем-Хатун. Кюрем-Хатун. Кюрем. Ну что? Сынок. Где он, мой сын? Мехмед здесь, вот он. А где другой сын? Хюрем ребенка готовит. Повитуху ненадолго унесла. Очень сложные роды были. Ты зачем его отдала? Мой сын должен быть рядом со мной. Ведь я говорила тебе. Мария, почему не слушаешься? Я за ним пойду. Лежи. Я принесу сейчас. У меня, моего Шахзаде, никто отобрать не сможет.